panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, wait and see them like a panda. Просмотров, это пиздец. Это не то, что пиздец. Это отвратительно. С этим надо явно что-то делать. Или иначе мы все скатимся до того, чтобы чистить немцам ботинки. Понимаю. Так, ты тоже слышишь эти звуки? Да, слышу. Пошли посмотрим, что это. Блин, это же все люди, которым мы не доплатили. Да, кажется. Что делать будем? Так, у меня есть надежное средство, которое всегда срабатывало. Пизду, пизду, пизду. На! Ща! Пау! Пиф! Паф! Боинг! Боинг! Тёма, я все сделал! Теперь мы никому не должны. О, это отлично! Тёма, я избавился от тех, кого надо было. Нет, ты, конечно, молодец, но мы теперь не избавимся от полиции. Нужно полиция приехать. А вот и она, кажись. Мать. Она по нам стреляет. Отстреливайся! Блять, патроны кончились, сука! Так! Внимание, внимание, нужна подмога, здесь кое-какие пидорасы заняли высоту, надо это, подмога, подмога, блядь! Так, ну, на что час, будем суки, делать? Живыми нас не возьмут! Так, тихо, тихо, давай, надо проверить этих сук. Это такой вот, сука, это... Блять, пиздец! Джонни! Джонни, неплохо! У них гранатомет! Пиздец! Ничего, у нас тоже блядь. Есть гранатомет! Ну, кажется, мы их поймали. Да, мы их поймали. Не, они нам еще нужны. Да-да-да, нужны. Нужны, да. Пиздец, как нужны. Очень нужны. Очень и очень нужны. А вот, у меня есть прекрасная идея. Блин, патроны кончились. Короче, ладно, я сейчас передам штабу то, что мы их поймали. Ага, ну давай тогда. Алло, Красти Крабс, мы их поймали. А, нет, это граната. Твою? Так, ну все, получается. Да, пригнали! Блять, их сейчас задавишь. Давай, давай, едем, едем. Босс будет нами гордиться. Чё, приехали после херни? Чё, приехали? Да, блять, приехали, всё.
Так, ну ладно. Так, теперь с этими педагогами до этого, того. Отвязывай. Ну ладно, давай тогда, сдадим их сейчас. Ладно. Да, попали мы так себе. Так, я не понял, это что значит? Это вот что значит? А ну слезь. Это вот что значит? Ага. Я понял, я все понял. Братишка, я тебе покушать принес. Че ты мне тут свое говно принес? Жри это, жри это говно. Нормально, нормально. Ты что, не видишь? Давай, давай. Давай кинем этому чуваку этот. А может с начальником договориться? Че? Наш друг картонный развалился, я прошу начальника нового. Был пацан или нет пацана? Ладно. Начальник! Может на этого нового пацанчика? В смысле, да? Ну ладно. Ты где? А вот и ты с ними говоришь. А с ними говорить бесполезно. Они ищут тебя, да, из этих. Только беда в том, что он будет этим. Все, он готов, только он это. Ибо красного еще не завезли. Ну ладно. Так вот. Так вы долго будете ходить вот, кровушку ковырять. Кстати, она чья? И лучше, прям полный голос, чтобы начальники наши слышали, сказать, что мы планируем. Да, начальники? Стар, а чё это за чел было? Привет, ребята! Так, смотрите. Поскольку я специально попадаюсь копом, чтобы меня заперли вот эту вот тюрьму. И у меня есть план, как выбраться отсюда и вызволить вас. Опа! Опа, пожалуйста, Гриша, спасибо тебе! Ой, обожаю тебя! Все, хватит, ладно. Гриша, просто люблю! Целуй! Все, пошли! Давай, бери у Опа, них это! Опа, Волына! Давай, бери там. Давай! Задержали нас практически ни за что, ну, по крайней мере, меня. Так, у меня готовы МП5. Спасибо. Да, Гриша. Ну, спасибо тебе, конечно. И ты нам помог. И мы тебе за это благодарны. Мы тебя приглашаем сниматься в наших сериалах. Ты согласен? А? Да, в принципе, был вот и хорошо. Будет. Ну, ладно. Мы пойдем, отомстим кому-нибудь, точнее. Да, кстати, давай-ка отомстим этому боссу, которого здесь держал, потому что я не знаю, что это за хрен, но я убить хочу. Все, погнали. У меня такая же идея. Лись, ты что, ты мелкий? И сейчас мы тебя отомстим. Я тебя убью. Я убью. И убью. Нет!
я отомщу за тебя, Ванёк. Round 1. Fight! Я ранен. Саш, он стал твой конец. И в этот момент все. Артём понял то, что ему повезло. Ибо босс этой тюрьмы страдал косоглазие и не понял, где находится настоящий Артём. Поэтому пострелял по воздуху. А Артём остался лежать. И притворился мной. А, блин. Где я? Ах ты. Чертила! Гранатами хочет покидаться? Отлично. Я выиграл время. Глотай их. Патроны кончаются, черт возьми. Все кости, но он все равно еще был жив и мог подняться и убежать. Так, все-таки вы не смогли справиться с ним. Видно, он сильно силен для вас. Ладно, хорошо, я дам тебе свою катану. Все-таки это дорогая для меня вещь. Но я доверю вам ее. Вы обязаны справиться. И... простите. Шо, пацаны, пигнали? Я не сильно увидел. Всё, давай. Ладно, погнали.
Ну чё, народ, погнали нахуй! Ну, наконец-то мы победили. Тош, мы победили. Наконец-то. Он мертв. Что ж. Тош, пора сваливать отсюда. Я с тобой очень согласен. Ну что, погнали? Что, на деревню зайдите?